Завтра «Шериф» выйдет на поле Ереванского стадиона имени Вазгена Сарксяна. Старт в 20:00. Это первый матч противостояния с армянским «Пюником». Победитель выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший продолжит сезон в группе Лиги конференций. 30 рублей – минимальный билет на матч «Шерифа» и «Пюника». Речь про ответную игру, которая пройдет 25 августа на арене «Зимбру». Сегодня билеты появились в продаже. Но сначала матч в Армении, и он уже завтра. Тираспольчане вылетели прошлой ночью. На видео есть форвард и Яйя Тимвен. Его не было в заявке на Еврокубке после травмы в гостевом матче со Зринским. Тогда нападающий вышел на замену, провел на поле 7 минут и тут же его покинул. Зато отличился в чемпионате. А Тимвен забил дебютный гол за «Шериф» и получил звание лучшего игрока третьего тура Суперлиги. «Шериф» – фаворит предстоящего противостояния, так считают букмекеры. Аналитики дают тираспольчанам 44% вероятности победы. У «Пюника» этот показатель сильно хуже. Вероятность их успеха – 27%, и это несмотря на свое поле. Буду болеть за красивый футбол. Хочется, чтобы и «Шериф» показал хорошую игру, и «Пюник» показал зрелищный футбол. Но если брать в общем выступление в Еврокубках, «Шериф» более опытная команда, я думаю, и объективно «Шериф» должен, мне кажется, пройти дальше. Снова появилась информация об уходе из «Шерифа» от «До». Им интересуется «Цервена Звезда». Футболист не играл за тираспольчан с мая. Янсене тоже близок к уходу. Игрок сам объявил о поиске нового клуба. Есть в «Шерифе» новички. Известный украинский вратарь Максим Коваль готов помочь команде. «Шериф» уже провел в Армении первую официальную тренировку, а главный тренер Степан Томас пообщался с местной прессой. Это второе противостояние желто-черных с «Пюником». Первое было в 2006-м. Тогда победили тираспольчане и вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. «Шериф» – специалист по клубам из Армении. Из 8 игр всего одна ничья, все остальное победы. Новая попытка завтра в 20:00. Группа Лиги Европы. Жди.